Вилли Фокс, Свифт 2. Не помню, снимал я его для канала, не снимал. Ну, пусть будет, не знаю, значит, второе видео будет. Не могу я найти, где оно было. В тысячи роликов уже заблудиться можно. Значит, чтобы сделать сброс настроек на этом аппарате, нужно попробовать попасть в Bootloader, по-моему, он называется. То есть где-то не рекавери, тут как бы промежуточный такой этап. Попасть в него можно либо плюсы питания, либо минус питания на выключенном аппарате. Я попадаю в него по минусу и питанию. Сейчас я его вырублю, он у меня что-то тут зависает. Минус питания подержу, секунд 10-15. Вот, и на выключенном аппарате вы зажимаете кнопку громкости вниз и кнопку питания. Он там 5, наверное, секунд, чуть больше думает. И после этого, так вот, выключился я его, включаю. Сейчас мы перезагружу, значит. На выключенном аппарате зажимаете минусы питания, он там секунд 5, наверное, думает, выкидывает меню, из которого можно кнопками переместиться в само рекавери. Но он у меня уже начал включаться, поэтому я ее сейчас выключу и в выключенном состоянии покажу, как попасть в рекавери. Так, выключил я его, сейчас у меня покажет он проценты зарядки, и я продолжу. Так, пошла зарядка, я ему зажимаю минус и питание. Держу две клавиши, пока не загорится меню, похожее на рекавери. Загорелось вот такое меню, извиняюсь, камеру задел. Значит, здесь выбираете строчку Factory Reset. Он спрашивает да, нет, может еще какой-то вариант предложить, совсем соглашаетесь. Если сенсорное, то сенсор выбираете. Если вдруг не сенсор, ну такое бывает, то кнопками громкости перемещаетесь и питание выбираете. Но у меня вот есть как бы полноценное сенсорное меню. Что я ему сделаю сейчас? Я его выключу. Как бы мне сброс делать не надо. Я вам показал, как добраться до рекавери. И покажу еще один режим. Так, это у нас был минусы питания. Сейчас еще один режим покажу. Пусть мне вырубится. Пошли проценты. Оп, проценты. 3% настоящих. Что-то меня обманул по поводу 50. И зажму ему плюс и питание. Две клавиши держу. Пока что-нибудь не загорится. Так, сейчас я ему питание дам. Питание. Оп, зарядку. И зажал плюс. Выключен в состоянии питания и плюс зажатый. Попадаем вот в такое меню. Ну, скорее всего, по плюсу питания он тоже туда попадет. Перематываем кнопку громкости вниз до строчки рекавери. Вот, рекавери мод. И нажимаем питание. Сейчас подождем, он попробует у нас включить рекавери. Вот такие вот два режима я вам показал на этом телефоне. Так, сейчас еще чуть-чуть. И снова попали в рекавери. Вот такой прикол у этого аппарата. То есть можно с двух режимов попасть в рекавери. Ну, я ему выберу поверов, потому что я все равно на нем ничего не делал. А вам выбрать Reboot System Now, он будет 5-10 минут включаться и включится чистым. Значит, два момента, о которых нужно оговориться до того, как вы будете делать все эти сбросы, все эти прошивки. Значит, на Android 5.1 и выше, перед тем, как делать вот эти вот манипуляции, сбросы и прошивки, необходимо выйти из учетной записи Google. Меню настройки аккаунта, выбрать гугловскую учетную запись, в правом верхнем углу кнопка с тремя точками, удалить аккаунт. Дело в том, что на Android 5.1 и выше срабатывает ФРП блокировка Google. Он начинает просить старую учетную запись и пароль от нее. Обойти всю блокировку все тяжелее и тяжелее. У меня есть на канале плейлист ФРП Google, возможно, вы там найдете для себя решение, но лучше до этого не доводить. И второй момент. Этот сброс убирает лишь мелкие неприятности, мелкие глюки, такие как графический ключ, там какие-то мелкие ошибки и так далее. Для чего-то более серьезного нужна прошивка. Вступайте в нашу группу ВКонтакте, ставьте лайк под видео и подписывайтесь на канал.